Сотрудники МЧС совместно с работниками Сахатранснефтегаза проводят рейды по многоквартирным домам столицы. Специалисты проверяют состояние электроприборов, проводят инструктажи. Сегодня по плану стоит посещение 20 объектов. Напомню, в многоквартирных домах запрещается пользоваться плитами на газовых баллонах, а также применять самодельные электроприборы. Добавлю, что с 17 ноября начнутся рейды по домам, где планируется отключение газа. Но на сегодняшний момент не выявлен факт использования газовых оборудований, газовых баллонов и так далее. Да? Все жильцы сами уже обеспокоены своей безопасностью и уже, так скажем, пользуются электроприборами заводского типа. Факт не выявлен.